Хорошее. Там вино дорогое, дорогое. Здесь, да? Самое шампанское больше 350 рублей. Все понятно. А вино тоже 300-600. Ну, вот. Хорошие вина, нет? Я в винах не разбираюсь. Средней паршивости, скажем так. Понятно. Пятерки даже больше этого понятно. Выбора. Ну, да, понятно. Ну, в Победе выбора нет, так и ерунду продают разные. Ну, правильно, что-то хочешь. Не шампанского, так какая-то херня. Искристое какое-то, да? Игристое. Ну да, здесь взяла запах смородины черной, блин. А там про Победе? Ну да. Я даже вылил ее, это гадость такая. Ну вот, видишь. Он не виноград, там даже... Слушай, стоит, наверное, копейки, да? Да нет, 190. 200 рублей. Ну да. Понятно. Всем привет, с вами канал «Все для огорода», затарились немножко. Вот, на почту отослал подарок Ейский район. Так, и затарились продуктами частично. Я воды купила. Не, продукты. А я хлебушка купила кирпичиком белого. Я ничего не купил. Я люблю кирпичиком белый хлеб, очень люблю. Ну да, у меня там лепешка где-то была. Ну, лепешка, она, понимаешь, она вот ты купил, и она сейчас вот нормальная. Два дня прошло, она как камень. Правильно? Да нет, они мягкие лепешки. Они же полиэтилен пакете. Ну, все равно, лепешки там. По 35 рублей за фургон. Ну, хлеб, конечно, слушай, с такие у нас хлеба. Это 50 рублей булочка. Ну, ладно, я одна, понимаешь? А вот семья. Ну, это сколько они в день едят хлебушку? Народу там 5-4 человека. Я одна. Ну, муки купи за 50 рублей. Нет, я понимаю. Испеки там этих батонов 10. Блин. Нет, ну вот так, ты понимаешь? Ну и что? Дорого очень. Диапазон Кей. А бензин-то подорожал. Я понимаю, да. И бензин у нас, сколько, да? Ну да. И цены. И я нет, говорю, и пенсию прибавят на 800 рублей, 800 рублей, ну, да. А дорожает на 1000, 400, 10 тысяч. А зато они говорят, пенсию мы прибавили, кому 300, кому 400, да? Рублей. Ну, я сейчас копейки, что такое 400 рублей? Да ничего. Вот так, да, да, Коля, все возмущаются, а что делать? И все говорят, хоть бы не было войны, вот и все. Да. Хорошо, чтобы хотя бы не было войны. Вот так. Сюда же не поехали. Смотри, как хочешь. Как ты считаешь, нужно? Впереди мобильная засада. Мобильная засада, да. Вот так вот, впереди. Навоз, перегной. А, купила я там петрушку корневую. Угу. Может быть, у меня может. Семена? Ну да, посадить в зиму. Ну, посади. Сейчас у меня будет настроение. Что ты говорили, по-моему, сельдерей, что ли, вредно есть? Нет, петрушка, я сушу ее, я везде зелень, я люблю зелень. Нет, про сельдерей не говорили, вредно. Что-то он это, на здоровье влияет. Ну, такая машина уже миллион стоит. Лада? Ну, да. Вот, видишь, какие цены. Она узкая же. Впереди мобильная засада. Ну, мне тут впереди станция радара. Ограничение скорости 60 км в час. Ну ладно, давай езжай, Кирилл. Кедра продают. Ой, он долго растет, кедр. Ну да. 100-летие растет. 300 лет. Да, да, я говорю, 100-летие я. Пока его вырастешь, не одно поколение пройдет.